Я занимаюсь с 4 лет, это сейчас идет 6-й год, мне нравится очень. Хоккей – быстрый спорт, нужно быстро думать, принимать решения. Если мы будем слаженно играть, то мы можем победить любую команду. Хоккей не то, что изменил нашу жизнь, это просто наша жизнь. Условия созданы для того, чтобы из маленьких ребятишек, да, из юных хоккеистов, сделать настоящих спортсменов, чемпионов и, не побоюсь этого слова, олимпийцев. Здесь все так устроено, зал, лед, бросковая зона. То есть дети, приходя сюда, занимаются всем, чем вот необходимо для хоккеиста в одном месте. Я иногда, знаете, думаю, что было бы в нашей жизни, если бы не было хоккея. Это же было просто скучно жить и неинтересно. Команда у нас достаточно хорошая, активная, ребята всегда все заряжены на тренировки, то есть все приходят равнодушны в команде, вообще нету. Все хотят быть лидерами, все хотят показать себя, все хотят проявить себя. Ну, за этого есть рост у хоккеистов, становление как хоккеистов у них должно быть. Хочу отметить, что они воспринимают информацию даже лучше, чем взрослые иногда. И самое интересное, что это дает плоды, это интересно смотреть, как у них получаться начинает, как это начинает все работать. Мы болеем, мы очень громко кричим кричалки, знаем их всех. У нас есть барабан в команде, у нас есть флаги. Мы стараемся, на самом деле, поддерживать максимально. Но самое главное, на мой взгляд, конечно, просто верить в своего ребенка, радоваться его успехам, поддерживать, когда он немного расстроен. Слушаться тренера, потому что он дает нам нужные указания и уважать партнеров по команде. Чтобы победить на турнире, нужна дисциплина.